Приближается новый хоккейный сезон, а это значит, что подготовка идет полным ходом, причем не только спортсменов. 23 арбитра из разных городов Подмосковья приняли участие в аттестационном сборе, прошедшем на базе ледового дворца «Армада». Мы принимаем нормативы, читаем лекции на тему правил игры в хоккей, рассматриваем видеоэпизоды с прошлого сезона. Идет полноценная подготовка к новому хоккейному сезону. Идеальное знание правил игры в хоккей – вот главное условие для арбитра. Ведь от его решений зависит ход матча. Два дня представители Федерации хоккея Московской области отрабатывали с арбитрами методику движений линейных и главных судей и изучали распространенные ошибки. Теперь к новому сезону готовы. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».